Успел. Блять! Куда? Эгегей! С вами Слэр. И сегодня это уже вторая часть прохождения игры Atomic Heart. Ну, извиняюсь за то, что долго не было. Ну, второй части, ибо был, так сказать, лень создать. Но ради вас придется это сделать. Ну, без лишних слов, идем проходить игру. Так, а что здесь за дверь? Ой, а что за красный холодильник? Ну-ка. Твою мать, это что еще за херня? Ой-ой! А, не надо меня! Не надо! Не надо меня соблазнять! Не надо! Я еще не готов! Ай-яй-яй-яй-яй! Не надо! Не надо сопротивляться! Тебе понравится! Ну если уж очень понравится, то мне не очень понравится. Тросы стальные. Ай-яй-яй-яй-яй. Сенсор манипулятору, скорее. А, как волнительно. Непокорные властные мужчины. А, помогите. Только бы добраться до тебя. Помогите. Ах, какой самец. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не тот человек. Сейчас стараюсь, сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? О, слава тебе, Господи. Вскоре вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Допустим. Требуется 0 желе. Желе? Беру. Энергия пополнения реверсной полимерной накопительной перчатки необходима для использования умений, таких как шок, стужа и других. Вне боя энергия постепенно восполняется самостоятельно, но при нанесении урона противником ударами ближнего боя энергия восполняется гораздо быстрее. О, а чё за чёрт? Какая непристойность, топором лишь аванс, мой сладкий. Полимерное улучшение. Тебе я хочу ещё. Очень, потому что я как раз хочу вот. Куда стоит? Это что, дорога в ад? Так. Так, отлично. Лифты не работают. Не какие так быстро, варианты? Майор. Так. Чё это я вижу? Вот это пойдет, да? А здесь ни хрена не получится. Энергию. Ага, вот здесь надо будет подавать. Похуй. Надо бы вспомнить то, что... Так. Чё это тут у нас? Ага. Вот где-то здесь. Напоминаю, перед завершением рабочей смены сохраните данные эксперимента и очистите рабочее пространство. И куда? Это чё? Как раз высокомерные вовчики. Ну-ка. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. А, вот сюда? Ага, вот здесь. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Еще как радует. Ага, найдите ключ от этих помещений в администрации. Класс. Идем. Стоп. А. И как попасть, блядь?
наверх. А вот через эту дырку нихуя. Как-то надо, блядь, делать, блядь. Главное бы не ёбнуться. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения, Ромашка. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Так. По всему предприятию установлена охранная камера. Обнаружив игрока, они поднимают тревогу первого уровня, который зазывает всех ближайших роботов в вашей позиции. Если игрок атакует роботов прямо перед камерой, тревога повышается до второго и призывается дополнительное подкрепление. Камера может отвлечь броском постороннего предмета в любую точку или использовать на камере способности шок. Последний выведет ее из строя на какое-то время. А чё, полезно? Так, где же ключ? Ключ найден. О! Теперь мы ура! Сможем попасть в электрощитовую. А вон она где. Так, и чё? Ладно. Пошёл? Ахуй. Я пошёл. А ты свали, блять. Попытка номер два. Внимание, открыта запись в очередь на нерабочие выходные дни. Да блять. Как раз! Я этого хотел, блядь. Ну вот отлично. Где? Ключ найден. О! За которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Надлежит пройти регулярное еженедельное. Я же скинул робота, блядь. Я гений, блядь! Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правой. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Так, правый или влевый? Правый или влевый? Звучит как реклама палочек Твикс. Электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Так. Использовал, допустим. А, блядь, нахуй я вообще потратил, пиздец. Еще разок. Сейчас уже. Ёб твою мать, куда? А, вот сюда, что ли? О! А ты нахуй! Ебать нахуй. Ой, я своим махаю причиндалом. А ну пошли сюда нахуй. А ну пошли нахуй, сказал, блядь. Пошли нахуй. Ой. Блядь. Вспомнил, у меня же дробовик нахуй есть. Как раз
поможет нахуй. Да блять. Раз. Два. Как ты? Надо мне разобраться с ними. Это долго, блядь! Ой, я там захуярил. Получай! На! Блядь! Да, получай. С низким социальным. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Пора. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Главное бы не получить пиздюлей. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Блять! Китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Да-да. Я не ожидал. Уи. Такое чувство, будто я... Не знаю. Я плаваю под... чем-то. Мама! Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Ебать, я угадал. С первой попытки нахуй. Ой, надеюсь, сработает. Фуникулярная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Придаем скорость. Извини, на сегодня не поеду. Первый эфир автономный городской модуль застыл. Без схемы? Это могучая платформа с легкостью удерживает. Твою мать, так он живой? Схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Это у меня галюны. Пора садиться. 10 9 8 7 6. Поехали. Ура! Едем! Ура! Ой, блядь! И куда нахуй? Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Вот так, что ли, работает? Обожаю это вот так. Пошли нахуй сюда! Пошел нахуй! Алло, это нечестно, блядь! Меня зажали, сука. Уи! Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Блять. Их, и как прыгнуть? Надо бы как-то, блядь, пройти, иначе никак. Наверное. Результаты генетического анализа не являются официальными и не имеют физической силы. А, надо вот так. Охренеть. Я не знаю, кто я, но я такой чувствую, будто я Человек-паук. Думаю, самый раз. Сюда! Бля! Сука! Прыгаем. Чё?
Эй, куда я попал? Твою мать, это было неожиданно. Хуеть. Соглашусь. И как теперь нахуй? А! Ух, успел. Блять, куда... Это чё? Это чё? Раз. Это ведь был Бро. Это чё такое? Надо что-то делать. Бля, меня чуть не захуярило фуникулёром. Особенно, когда они так крутятся, как бензопила, блядь. Фуникулёр бензопила, блядь. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования. Лазерная стена. Это сложное охранное блядь. Устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Впереди есть ремшкаф. Милый, ты вернулся. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Действительно, блядь. Ах, какой брутал. Я вся дрожу. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от... Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Я готов. А я крутой. Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился буран. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну, стоять! Охуел? Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Внимание сотрудников. Успел как раз. Имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Надо бы побыстрее попасть, а то... Для прохождения внеплановой диспансеризации. Бля, я тут хуй пройду. Надо бы не получить пиздюлей. Судя по всему, в Альгоцехе случилась разгерметизация производственных емкостей. Произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. О! Товарищ завхоз велела передать вам. Я только сейчас понял, что надо было вот сюда идти. Вот зараза. Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. А что здесь рыбы забыли? А, чё? Ладно. Не маленькое помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Такое что за бота внутри плиты? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеки. Ебучие пироги! Визуально это скорее блины, но конструктивно ваш цинкопот, точно мое. Да похуй, храст, не время! Блять! Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов.
Здесь хранятся образцы семян различных растений. Ебучие пироги! Желание поскорее принято. Конструктивно, ваша оценка пофигична, майор. Да похуй, Крас, не время! Хорошо, что у меня был как раз полимерный щит. Нарушение микроклимата в помещении архива семенного фонда. Целостность контейнеров с образцами нарушена. А ну пошел нахуй сюда! Колобок хуев, блядь! Электрический, блядь, колобок ебаный. Он какой хитрожопый, блядь, колобок. Еще с огнем, блядь. Ебаный сыр. Да-да. Полимерный щит. Блядь! Попался, бля! Не надо, дядя! Резня! Блядь, только аптечки я потратил, нахуя. Сойдет. Так, тебя не спрашивали. Так, здесь сохранимся. А! Так-то это... Иди на! Так, все заморозились! Раз, два, три! Ай! Чё за хуйня? Пиздец! Как это всё там? Идите вы нахуй отсюда. А, даже так нахуй. А все, у меня аптечки нет больше. Да, я... Да как? Пиздец. Пося 10 мин. Он живой. Сука, он живой, хуя. Крас. Долгое, но это опасное приключение. Так. Тебе надо... Оп! Готово. Пошел отсюда два. А, вас двое, да? Надо бежать. Куда? Пал. Меня сейчас будут жалить. Ладно. Ладно, придется так. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь, блядь? Еще 10 мин. Ну разве не гениально? Просто стоишь вот сюда и ждешь, пока энергия заполняется. А я пока в это время могу отпиздить их вот так. Зато пришел, как будто ни в чем не бывало. Так. Сразу же нормально. Нет, только не он. Здесь мы закончим
вторую уже часть. И это, наверное, самая долгая часть. Ну, что могу сказать? Будет третья часть, а когда именно, то только от меня зависит. Ну, а с вами был Сплеер, всем пока.